Что случилось, Мустафа? Ты что, очень хочешь уйти? Что ты тут делаешь? Что мы говорили, Мустафа? Вспоминай. Что написано в нашей судьбе, то и проживем. Вставай, Мустафа. Вставай, Мустафа. Вставай. Давай же, Мустафа, вставай. Это беда. Это горе. Мустафа, что это? Кади Эфенди приговорил меня к смерти. А после тебя я полюбил девушку и разбил ей сердце. Идем, пройдемся с тобой. Я что, умер? Мир – огромный корабль, Мустафа. С этого лимана кто-то сходит, кто-то заходит. Но твое время еще не настало, брат. Я очень скучаю по тебе. Так сложно, Али. Я устал. Приговор, который мне вынесли. Столько ловушек, негодяев. И тебя нет рядом. Что я буду теперь делать? Что делать? Даже если тебя преследует смерть, не сходи с правильного пути. Для таких, как ты и я, смерть не конец, только начало. Начало, Мустафа. Мустафа. Я ухожу, брат. Не уходи. Ухожу, Мустафа. Али, не уходи. Али, ухожу, Мустафа. Али, не уходи. Найди меня, Мустафа. Найди меня, брат. Али, не уходи. Али, не уходи. Не уходи. Не уходи, Али.
Али? Али? Григорий! 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 Гвязедин, эфенди, подожди. Разбудил тебя, Айша Хатун, прости меня. Что ты? Ты очень напугал нас. Почему этот страх? Человек в этом мире гость. Рано или поздно, хотим мы этого или нет, смерть постучит в нашу дверь, и мы уйдем на нашу настоящую родину, Айши Хатун. Не бойся. Но потерять тебя... Некоторые вещи очень сложны для нас. Мы огорчаемся. Спрашиваем себя, почему это с нами случилось? Мы не знаем, что все, что с нами случается, все во благо. Ты прав. И смотри, Всевышний позволил мне все еще дышать. Пусть Аллах не заберет тебя от нас и тебя. Куда ты торопишься из этой фэнди? Значит, ты знаешь меня, а свое имя ты назовешь? Ты знаешь, чего я хочу. Откуда мне знать, чего вы хотите? Послушай. Я сделаю тебя очень богатым. Мое богатство и так уже здесь, кардинал. Неверующий, ты над кем смеешься? Кардинал Фернандо, узнать вас несложно. Ваш крест перевернут. Это ведь крест Святого Петра. Вы кольцо перевернули. Я поздравляю вас, изят эфенди. Многие католики даже этого не знают. Вы личность, ненавидящая знания, а также вы ненавидите мусульман. Кардинал, вы так далеко от Ватикана. В чем ваша проблема? Я приехал встретиться с вашим падишахом, но у меня будет к вам маленькая просьба. Мне нужен маленький кусочек ненужной вам земли. Иерусалим. Не то что Иерусалим, вы не сможете получить даже горсть земли. Ваши предки ровно 9 раз устраивали крестовые походы и оказались повержены. Почему, по-вашему, тысячи людей погибли, защищая Иерусалим? Из этого, Фэнди.
Большое удовольствие беседовать с вами, даже если наши взгляды не совпадают. Времени мало, а дел много. Дайте мне то, что я хочу, и я помилую вас. Мы не боимся смерти. Смерть значит смерть. Ты выбрал самое больное. Читает предсмертную молитву. Тизет эфенди. Говори. Давай, скажи и спасись. Говори. Ну же. Не говорит неверующий. Не утруждай себя. Вчера ночью я нашел тебя у двери, начальник. Потом принес тебя домой и сообщил сестре Хатидже. Да благословит ее Аллах, она до утра ухаживала за тобой, как Кади Эфенди. В порядке, не волнуйся. Ты очень устал, и твой организм не выдержал. Нет. Тебе нужно отдохнуть. Я в порядке. Не обращайтесь со мной, как с ребенком. Ты всю ночь бредил, звал Али. Я видел во сне Али. Он приходил поговорить со мной. Он был как настоящий. Пусть земля ему будет пухом. Аминь. Начальник, что? Сестра Хатидже приготовила хороший завтрак. Тебе нужно встать с постели. Папочка, ты звал меня? Да. Вы решили, когда вы поедете в Италию? Папочка, я тут подумала, Кади Гаязеддин очень надеется на меня в делах фонда, и пока он в таком состоянии, я не могу оставить его одного. Да. Кади Гаязеддин.
Я думал, что смена погоды благоприятно подействует на тебя. Ну ладно. Я хочу встать во главе больницы, которую мы строим. Хорошо. Как захочешь, доченька. Обнови свой кофе, папочка. Пожалуйста. Вы выглядите лучше, начальник. Я в порядке. Наверное, как и сказала Хатидже, я просто устал. Я справлюсь, сестра. Еще немного пирога? Спасибо. С утра прямо пир. У тебя золотые руки. Я возьму это. Что случилось? Можно подумать, у тебя дома еду не готовят. Вы бросьте меня. Это в вашем доме не готовят еду, и меня это огорчает. Если так и пойдет, наверное, никто не будет готовить. Как это случилось, начальник? Расскажите мне. Если останется у вас, то потихоньку сожрет вас изнутри. Лара, что случилось, красавица моя? С твоего личика сыпется тысяча осколков. Как сложно любить, оказывается. Само название говорит за себя. Что с тобой случилось? Все то же? Да. Он скрывал от меня такое. Ах, молодежь. Как больно сдерживать себя, когда хочешь любить человека. Тогда не сдерживай. Проживи это. Пусть твое сердце бьется. Няня, что? Я очень скучаю по нему. Давай тогда пойдем увидим этого молодого человека. Ты сильно полюбил эту девушку, начальник? Да. Тогда тебе нужно сделать что угодно, лишь бы заслужить прощение маленькой госпожи. Лучше умереть. Но настолько преувеличивать не будем. Ты лучше живи, начальник. Живите вместе. Сестра Хатидже, если позволишь, я спрошу кое-что. Спроси. Что нужно сделать, чтобы завоевать расположение девушки? Откуда мне знать? Какой-нибудь маленький подарок. Например, цветок. Цветок. Точно. Начальник, цветок. Как мы не догадались до этого? Смотри, мы в душе бревна. Бревна. Давай, давай. Нас ждет работа. В таком возрасте клоуна решили из меня сделать. Возраст не проблема, начальник. Цветы – это хорошая идея. Согласись. Ну, спасибо тебе, Хатидже. Что здесь происходит? Из этой Эфенди вчера ночью убили. Убили? К
крест Святого Петра. Схватить его. Удачного дня. Поправляйтесь. Как ты, Абдулла эфенди? Хорошо, слава богу, а ты? И я хорошо, слава богу. Проходи, садись. Я приготовил для тебя кое-что. Что это? Это индийский шербет. А еще я добавил туда ваниль, тархун, гранат, сухой изюм, сухофрукты и еще эвкалиптус. Это мой особый состав. Молодец, молодец. Выпьешь? Выпью, конечно. Некоторые недооценивают силу трав. А ведь они хрупкие, чудотворные создания нашей планеты. Тебе нужна кровь. А этот шербет кроветворный. Он быстро поставит тебя на ноги. Все, что исходит от тебя, дает исцеление, Абдулла эфенди. На здоровье. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Аллах, Аллах. Молодец, молодец. Абдулла эфенди, налей еще стаканчик. Конечно, конечно, тебе пойдет на пользу. Кто и почему мог сделать такую жестокость, начальник?
Начальник, убитый бывший библиотекарь дворца Топкапы по имени Иззет. К сожалению, его пытали до того, как убить. Я не понял, кто и чего хотел от этого бедного человека. Единственное богатство этого человека — это его книги. У него требовали знаний, поэтому и пытали. Что случилось, Рыза? У тебя что, в море корабли потонули? Кого мы сегодня уберем? Али Бадыр, идем поговорим с тобой немного, брат. Поговорим. Брат, ты сдашь нас таким образом. Ты рассказываешь о том, что мы делаем непонятно где. Я получил жалобу на тебя. Я тебе говорю, Али Бадыр. Дружище, пока за нами стоит Исад Паша, никто нам ничего не сможет сделать. Дружище, мы наживаем себе врагов. Нам нужно быть внимательнее. Ты будь внимательным, а я придумаю, как нам наполнить карманы. Ах, Али Бадыр, ты сказал правильные слова. Не беспокойся, брат. Очень скоро все улицы Стамбула будут под нашим управлением. Что за дело сегодня? Еще одно болото. Сегодня еще одного нужно убрать. Хорошо. Я решу это. Кади эфенди, поправляйтесь. Господин Захариас, что за честь? Эта честь принадлежит мне. С вашего позволения, мы немного подышим воздухом. С вашего позволения. Здравствуйте. Здравствуй. Слушаю. Я очень удивился и огорчился, когда узнал, что вас ранили. Разве возможно осадить полицейский участок в Стамбуле? Зло не может осадить только судьбу и любовь, господин Захариас. Можно найти зло в любом месте. Хорошо, что есть такие герои, как вы, и мы можем спокойно спать по ночам. Кому суждено дежурство, кому сон. Вы правы. Не зря наш падишах пригласил вас в исполнительные органы нашего банка. Такие мудрые люди, как вы, везде нам нужны. Судьба. Начальник. Цветы. Зачем Кадии эфенди цветы? Да при чем тут Кадии эфенди? Сестра Хатиджи сказала же, цветы помогут вернуть расположение. Ты прав. Удачной работы. Спасибо, здравствуйте. Мне охапку роз. Нам же нужно заслужить прощение, Хасан. Купил бы лилии, начальник. Дай Аллах, они не понадобятся. Пока отдадим розы. Я толком не понимаю, почему я это все держу. Я немного плохо себя чувствую. Моя рука привычна к оружию уже. Ну а моя тоже привычна к оружию, начальник. Это была твоя идея, поэтому молчи. Начальник, я останусь тут, мало ли. Ты так красиво выглядишь. Аллах, Аллах. О, Аллах.
Вы правы, султан. Войдите. Кардинал Жан-Винсент Фернандо прибыл, мой султан. Пусть войдет. Ваше Величество. Слушаю вас, кардинал. Я благодарен, что вы приняли меня. Вы привезли нам вести из Ватикана. К сожалению, вести из Ватикана не очень хорошие, мой султан. Пусть Господь защитит его, папа очень болен. Пусть Аллах дарует ему исцеление. Аминь. Но доктора не возлагают на это больших надежд. Я понял. Конечно же, когда папа возвысится на этаж Господа, будут выборы нового папы. Мы слышали, что главным кандидатом являетесь вы, кардинал Эфенди. Это благословение нашего могучего Господа и почтение моих братьев-кардиналов, мой султан. А что вы хотите от меня, кардинал Эфенди? От вас? Падишах Хазрет Лири, вы и вправду очень прямолинейны. Мой султан, я прошу от вас письмо о том, что вы меня знаете для укрепления османо-ватиканских отношений. То есть, вы хотите укрепить доверие между Ватиканом и османами? Доверие – самое правильное слово, мой султан. Из моих предшественников Джем-Султан совершил уже однажды ошибку, доверяя вам. Ватикан держал его 13 лет в плену, а потом отравил. В те времена, возможно, были совершены ошибки, мой султан. Возможно. Если я сейчас дам вам письмо, с которым вы вернетесь в Ватикан, вы, получается, получите мое согласие. Послушайте, кардинал Эфенди, в этой стране нет различий между нацией, верой и цветом кожи. В этой стране все равны. Мы не развязывали войн ради выгоды, не тянули своих людей во тьму. Вы, наверное, и так знаете, что выборы папы не очень интересующая нас тема. Но если слухи о том, что вы ненавидите мусульман, правдивы, и вы состоите в какой-то игре против османа, то Великая Османская империя вынуждена будет показать вам свою силу, кардинал Эфенди. Встреча окончена, кардинал. Солдат, открой дверь. Бросима. Это здесь? Здесь. Что ты делаешь? Давай зайдем внутрь и оценим ситуацию. Рыза! 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 Здесь никого нет. Чуть не убил нас всех. Займись этим маньяком. Хорошо, брат. Унеси его труп в место, которое я назвал тебе. Теперь осталось заставить всех поверить в это. Подумайте только, Кадиев Энди, что османцы могут выиграть этим банком. Мы сможем оплачивать все услуги. Наша казна не будет ни в ком нуждаться. Народ увидит изобилие и будет жить в достатке. И все выиграют. Не так ли, Борис Эфенди? Я, Кади Эфенди, выиграл через тяжелый путь. Поэтому знаю, как это сохранить. Если мы выиграем, то и османцы выиграют.
Кто с грехами выигрывает, тот с добротой проигрывает. Не так ли, учитель? Здоровья твоим устам. Какой ты человек. Что случилось, господин Захариас? Вы как будто увидели привидение. Полицейский Мустафа, вы именно такой, как о вас говорят. Браво. Вы везде успеваете. Я уверен, что вы сейчас расследуете новое дело. Я как раз ради этого и пришел сюда. Я тогда больше не буду отвлекать вас, Кади Эфенди. Мы можем продолжить нашу беседу потом. Полицейский Мустафа, поверьте, я знал многих людей, но я мало кого из них уважал так, как вас. Я хотел, чтобы вы знали это, что бы ни случилось. Спасибо. Невероятно. Приведи кардинала сюда. Грешник, ты заплатишь за свои грехи. Как ты знаешь, падишах Эфенди решил устроить меня в комитет нового банка. В таком случае, такие как Борис захотят поддерживать хорошие отношения со мной. Я понял. Как твои дела? Есть продвижение? К сожалению. Бывший библиотекарь дворца Топкапы из Зета Фенди. Его убили. Библиотекаря убили? Как? Человека распяли вверх ногами. Учитель. Хорошо, сынок. Ладно. Расскажи, как это случилось. Как я и сказал, его распяли вверх ногами. Никто никому просто так такое не сделал бы. Его пытали. Видимо, они хотели получить информацию по важному делу. Именно так. А распятие вверх ногами то же, что и у святого Петра, так? Да, ты прав. К сожалению, в каждой религии есть те, кто отступает от нее, сынок. Они верят в свой путь и не верят законам Божьим. И их побуждения никогда не бывают благими, сынок. Они лишены образования, воспитания и нормального вероисповедания. Мы можем столкнуться с такой группой. Сходи к Абдулла Эфенди. В таком вопросе он может подсказать нам что-нибудь. Слушаюсь. Мустафа, будь осторожен, сынок. Грешники, с которыми мы столкнулись, способны на все ради достижения своей цели. Я понял. Пусть Аллах будет твоим помощником. Thank you.
Лара. Лара. Evet. Да. Geçmedi mi senin? Ты все еще злишься? А что между нами изменилось, чтобы я перестала злиться? Ты ничего не скажешь? Пойдем со мной. Смотри, что я купил для тебя. Я и для себя купил, сестра Хатиджи. Цветов ведь много. И ей купил. Если ты собираешься раздавать всем, то мне вообще не бери полицейский Мустафа и даже не приближайся ко мне больше. Вот тебе на. Прости меня, о Всевышний. Разгадывай самые сложные дела, лови преступников и убийц, а потом иди и не справься с одной девушкой. Борис Захарьяс? Он самый. Ты думала, никто не знает об этой комнате? Что вы здесь делаете? Хороший вопрос. Почему я в этой комнате вместо того, чтобы поблагодарить тебя за хорошую работу, ты спрашиваешь? Я сделала все, что вы просили. Я не сомневаюсь. Но ты завалила это дело. Человек, которого мы отравили, живой. Яд, который ты дала, не подействовал. Может, количество яда Азизе? Ты отравишь даже сатану. Не то что человека. Господин Захарьяс, невозможно, чтобы я поверил, что такой человек, как ты, мог провалить это дело. Господин Захарьяс, прошу, помоги мне. Я никак не могу сделать правильный выбор, касающийся тебя. Иногда ты преуспеваешь, но иногда ты очень меня разочаровываешь. Во что вы влили яд? Какая разница? Если вы добавили его в воду, то его действие дезактивируется. Что? Если вы добавили его в воду, то его действие дезактивируется. Я добавил его в воду. Ты либо врешь, либо самым удачным способом тебе удалось угадать. Нет. В таких условиях ты бы не смогла лгать. Но это спасло тебе жизнь. Мне нужно было узнать правду, Азизе. Ты ведь меня понимаешь? Потому что я не терпите поражений. Да. Превосходно. Тогда я могу поручить тебе новое задание.
Какое? Ты знакома с полицейским Мустафой? Ты сблизишься с ним. А Эсад Паша? Если ты не сможешь с ними двумя справиться, то скажи мне сразу, чтобы я знал. Конечно, смогу. Восхитительно. Тогда... Я жду от тебя хороших вестей в кратчайшие сроки. И, кстати, мои друзья в память об этом дне подготовили тебе подарок. Пожалуйста, прими его. Поверь мне, меня очень удручает эта ситуация. Тогда не удручайся. Вон дверь, отпусти меня, и я уйду. Мы оба знаем, что я не смогу так сделать, не так ли? Послушай, мы долгое время следили за Иззет Эфенди и знаем, что ты время от времени встречался с ним. Скажи же, что вы делали с ним? Играли в нарды, общались. Браво. Вот настоящее мужество. Перед лицом смерти все еще может шутить. А потом мы стали ждать у тебя дома из этой Эфенди. А ты, когда увидел крест святого Петра на Стефане, стал от нас убегать. И мы заподозрили. А подозрение порождает из мухи слона. Душа тех, кто живет в подозрении, ничтожна. Стамбул, по правде говоря, образованный город. Мы только здесь встретили разумных людей. Но времени мало, а дел много. Скажи, где мост? Какой мост? Мост, который даст нам ключ от рая. Ты, наверное, совсем сошел с ума. Господь никогда не даст такому, как ты, ключи от рая. Мост. Куда ты спрятал? Проходи, мой брат Паша, проходи. Что случилось? Ты задумчивый какой-то. Ты тоже задумчивый. Это сердечные дела. У меня нет ни ответов на это, ни ума, Мустафа. У всего есть какой-то конец. Что случилось? Бывший библиотекарь дворца Топкапы из этой Фэнди был убит. Как? Его распяли вверх ногами, а до этого пытали. Танер Мейден?
Ты знал его? Он был очень умный человек. Да упокоит Аллах его душу. Аминь. Это совпадает с делом святого Петра. Его распяли вверх ногами. Почему? Как по-твоему? В 67 году он был крещен, а из-за предательства пророка Иисуса его распяли вверх ногами. Он был одним из трех учеников святого Иисуса. К сожалению, одна группировка, используя его имя, стала распространять новую религию. Они стали очень агрессивными и безжалостными. Они ушли от веры. Убийство Иззет Эфенди очень похоже на дело рук этой группировки. Они что-то искали у Иззет Эфенди, но не нашли и убили. Посмотри, сегодня это бросили под моей дверью. И что это? Бомбочка. Пустой листок. Отправили скрытое послание. Это написали лимонным соком. В давние времена тайные письма отправляли так. Лимонный сок при нагревании становится видимым. Меня преследует мост под морем. Григорий. Иззет Эфенди был другом Григория. Что это значит? Григорий в опасности. А это что? Это ключ от двери, ведущий к подземным проходам Стамбула. А было что-то подозрительное, когда вы следили за Григорием? Наши сказали, что он останавливался только у одного магазина. Пойдем. Мы запачкали кровью все вокруг. Но кардинал Хазрет Лири, ты иди со мной, сын мой. Нам есть о чем поговорить. Эмине Хатун прибыла к вам как новая няня Неслихан Султан. Эмине Хатун, дворяне Египта хорошо отзывались от вас. Можешь говорить. Спасибо, султанша. К сожалению, бывшая няня Неслихан погибла при несчастном случае. Бандиты ворвались в ее дом и убили всю ее семью. Да упокоит Аллах ее душу. Аминь. Мы расследовали вашу личность. Все отзывались о вас хорошо. Спасибо. Хорошо. Теперь вы няня Неслихан Султан. Поздравляю. Пусть Аллах даст процветание нашей державе. Начните обучение прямо сейчас. Не пропускайте занятия. Обязательно обучайте ее музыке. Слушаюсь, султанша.
Григорий. 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 Ах, ты карточка. Ах, мой брат. Падишах не даст нам документ, который мы просили. Мы не смогли найти и мост. Возвращаемся в Рим. Устроить крестовый поход на османцев всего лишь мечта. Кардинал Хазрет Лири. Мост отведет нас к большим сокровищам, а потом мы сможем заполучить ключ от рая. Ты что, не слышал, что я тебе сказал? Это всего лишь мечта. Мы убили много людей, чтобы достичь этого. Предательство. Что? Ты, кардинал Фернандо, сатана завладел тобой и говорит твоими устами. Когда мы завладеем сокровищами, мы устроим великий крестовый поход, и никто не сможет противостоять нам. Ты свихнулся. Ты предал наше дело. Ты сгоришь в аду. Я начался. Доктор Шульц, мы благодарны вам за все, что вы сделали для моей дочери Неслихан Султан. Что вы, мой султан, это наша работа. Мы хотели бы видеть вас в качестве врача при дворце. Это великая честь для меня, падишах. А ваше решение, как прикажет падишах. Хорошо. Хорошо. Клади давай, клади. Опускай, опускай. Опускай. Аллах. Пошли. Черик, что? Ты же сказал, что мы понесем эту дверь. Сказал, значит, сделаем. Бери. Нет, не получается. И так тоже не получается. Зерик, что? Брат, прости меня. Прощай, брат. Зейрик, теперь мы станем мучениками, да? Это работа такая, брат, что поделать? Вот, смотри, получается. Как это получилось, Зейрик? Собери все свое внимание, это сила мысли. Не все справляются с этим. Больше не беритесь за груз, который не сможете поднять. Начальник. Я сказал ему, мы не сможем поднять эту дверь. Ты сказал, что ты борец, а то больно мне нужна была эта дверь. Что ты? Ну и что я борец? Я же не собирался бросать туда-сюда дверь. Пойдем к ним. Хорошо, пойдем, доченька. И вы подумайте, унесите дверь на место. Слушаюсь. Давайте, давайте. Лара. Мы должны поговорить. У меня дело. Хорошо. Куда ты идешь так рядом со мной? У меня есть дела. Ты сомневаешься во мне? Нет. Ты разозлилась, потому что я скрыла от тебя свой приговор о казни. Да чего мне злиться-то?
Твое доверие потеряно. Ничего не потеряно. А когда подумала, что я купил цветы другой, это меня не касается. Почему ты тогда надула губки? Когда ты отворачиваешь голову от меня, у меня внутри землетрясение. Каждый раз, когда я вижу, что ты мне не доверяешь, мне становится плохо. Послушай, Лара, в моей жизни обещание дается только раз. А если я не сдержу свое слово, то я предам самого себя. Тебе ясно? Жизнь всегда напоминала мне, каково это жить без доверия, одному в полном одиночестве. Я не обижаю других там, где меня обидели. А тех, кого люблю, тем более. А теперь, если скажешь уйти, я уйду. А если скажешь останься, то я всегда буду рядом, знай это. Хорошо. Пусть будет так. Ты и так все время уходишь. Что? Я сказала, что ты и так все время уходишь. А что мне делать? Останься. Как не вовремя. Думаю, что я тут. Удачной работы. Удачной работы, няня. Что это такое? Как ты можешь входить без предупреждения? Это очень важно, Назир Эфенди. Что такого срочного-то? Али Батыр. Что с ним? Его убили. Что? Как? Его застрелили со спины одной пулей. Кто-то его заказал, а его труп... Что с его трупом? Бросили в сад вашего особняка. Мне удалось убрать его, пока никто из вашей семьи не увидел. Что ты такое говоришь? Кто осмелился на такое? Труп Али Бадыра, что вы с ним сделали? Что вы хотите, чтобы мы сделали? Избавься от него, Рыза. Избавься так, как будто Али Бадыр вообще не существовал. Слушаюсь. Значит, труп бросили в сад моего особняка. Назир Эфенди, если позволите, говори. Есть много способных людей, которых я знаю. Если позволите, я создам группу и расследую это дело. Кто бы ни стоял за этим, сделаем для них жизнь несносной. Хорошо. Ты хорошо придумал, Рыза. Делай, что хочешь, но найди того, кто сделал это, и приведи ко мне. Пусть все увидят, что значит угрожать Эсад Паше. И, кстати, пошли в сад перед особняком солдат. Слушаюсь, Назир Эфенди. Добро пожаловать, господин. Зурник. Где моя женщина? Ваша женщина, как вы и приказали, не работает ни с кем, кроме вас. Если хотите, сейчас же пошлю кого-нибудь за ней. Пусть придет.
Ухаживай за моими братьями хорошо. Конечно, глава. Сегодня они очень устали. Если прикажете, я приготовлю для них комнату. Кананалару. Хорошее заведение, да, Азат? Смотри вокруг. Пошла. Хорошее место. Думаю, мы здесь хорошо проведем время. Не приближайтесь. Радар. Дружище, успокойся, не приближайтесь. Уберите этого. Иди сюда. Пистолет — это твоя честь. Потеряешь пистолет, потеряешь честь. Я удерживаю твою зарплату на неделю. Иди домой и отдохни. Еще раз повторится, я уволю тебя из этого участка. Ты понял? Теперь иди. В наш участок приняли двух новых полицейских, начальник. Добро пожаловать. Поздравляю. Зия из Искуплю и Газанфер. Вы отлично поработали, ребята. Мы многое слышали о вас, начальник. Расскажу вам коротко. Работа в полиции Галаты сложна, и наш труд очень тяжелый. То есть вы должны быть всегда начеку. Слушаюсь, начальник. Слушаюсь. Идите в церковь Булгур, там есть умерший. Отнесите его в морг. А по пути возьмите с собой монаха, чтобы не было неуважения к покойному, понятно? Удачной работы. Пистолет. Мы имеем дело с каким-то фанатиком. После смерти из этой Фенди убили и резничего Григория. Да будет ему земля пухом. Но кто эти люди? Что им было нужно от них? Я бы очень удивился, если бы хоть один день не обошелся без странных людей в этом магазине. Добро пожаловать, дружище. Вы за фотографией, да? Еще для чего можно прийти сюда, да? Прошу. Ну давайте, пройдите в середину. Да-да, в середину. Именно так. Немного. Не двигайся. Не двигайся, там и стой. Я настрою это. Вот так вот. Получилось. О боже, этих стало двое. Друзья, встаньте поближе друг к другу, чуть ближе. Ближе чуть-чуть. Я вам говорю, немного. Вы что, не хотите фотографироваться, да? Нам нужен мост, Абдулла.
Мы только поговорим. Опять говорить. Я тебе хотел бы рассказать о хороших вещах, но их нет в моей жизни. Я ничего хорошего не прожил, чтобы ценить это. Мой отец был алкоголиком. Лара, Лара? Слушай. Только слушай. Мне было 6 лет. Мой отец убил мать, избивая ее. Прямо на моих глазах. Потом, как будто ничего не произошло, он продолжил пить. Он сказал, что моя мать непристойная женщина. Взял 2 друзей-алкоголиков свидетелями и избежал наказания. Именно в тот день я понял, что закон существует только для сильных людей. Не хватало еще и этого. Ради денег он отправлял меня в Ля-Ля-Лик. Знаешь, почему это место называют местом огня? Ладно, лучше не знай. В 12 лет я убил бессовестного отца бутылкой, которую он недавно опустошил, а потом из одной тюрьмы в другую. В каждой тюрьме, в которой я был, мое сердце еще больше чернело. Понимаешь, Лара? Я хотел бы рассказать тебе о хороших вещах. Но я ведь не прожил ничего хорошего. Если я услышу то, что я говорил тебе в других местах, то я сдеру с тебя кожу. Вставайте, господа, отдых закончился. Собирайтесь, мы уходим. До свидания, господа. Ждем вас еще. Прости, Сансар. Ей нужно отработать смену. Мост под морем. Мост под морем. Абдулла. Если Абдулла придет в участок, пусть ждет меня здесь. А вы что собираетесь делать? Мост под морем. Мост под морем. Это все изобретение сатаны.
Что ты хочешь? Григорий приходил к тебе в гости утром. Где Григорий? Там, куда ты отправишься, если не дашь мне то, что я хочу. Убийца. Неверующий. Тебя не учили, как нужно разговаривать? Ты невежда, считающий себя святым. Тебя ничего не связывает с религией. Такие люди, как ты, только жаждут силы. Для простого фотографа ты говоришь чересчур громкие слова, я сказал бы, но... Видимо, ты непростой человек. За мной следят. Мост под морем. Григорий. Где мост? Где мост? Все странные люди на свете твои друзья, Абдулла. Я, видимо, один из них. Мост под морем. Все началось тут. Где же общая точка между Иззет Эфенди и Григорием? Если ты испытываешь мое терпение, мы можем перейти к более болезненным процедурам. Где мост? Вот бы понять, что это за мост. Бейзит II хотел построить мост над Халичи. А в 1502 году он просил архитектора Леонардо да Винчи спроектировать мост. Да, да. Именно так, фотограф. Но никто не знает, что Леонардо да Винчи написал карту, где спрятано сокровище итальянской семьи Медичи. Что? Слышали ведь, итальянская династия Медичи построила комнату, в которой спрятала миллион золота. А шифр местонахождения этой комнаты спрятан в проекте моста, который начертил Леонардо. Ты превзошел и сумасшествие тоже. Мне придется придумать новое слово для тебя. Первым делом после нахождения сокровищ мы создадим армию для крестового похода, и тогда и этот город, и всех его жителей мы сожгем дотла. Я тоже буду там. Thank you.
Кем был? Кто это? Ты же сумасшедший. Угадай, может, верно скажешь. Или спроси у нашего Джиннета. Джиннет, сынок, кто пришел? Скажи, дядя, давай, сынок, скажи. Кто ты такой? Полицейский Галаты Мустафа. Мустафа, не опускай оружие. Это человек сумасшедший. Ты хочешь узнать место моста? Ты блефуешь. Отпусти Абдулу. Я скажу тебе его место. Где мост? Мост под морем. Что? Григорий, которого ты убил, был стражем подземных ходов в Стамбуле. И мы нашли это в его комнате. Это ключ к тоннелям. Именно. С этим ключом ты можешь попасть в тоннели. Один из тоннелей ведет к берегу. Туда, где два моря соединяются. Под морем мост. Поверь мне, отпусти человека. Не могло быть лучшего места. Он мне уже не нужен. Давай, преследуй его. Не надо. Он войдет в туннель и не сможет выйти. Не беспокойся. Ты в порядке?
Ты должен знать это, Мустафа эфенди. Этот туннель, как лабиринт. Без карты ты легко потеряешься в нем и никогда не сможешь выйти. Как говорил Григорий, мост под морем. Григорий был умным человеком. Море значит море знаний. То есть здесь, под морем знаний. Мост Леонардо да Винчи. Что происходит, дружище? Ты кто еще такой? Иди сюда. Иди. Иди сюда. Я доверял тебе. Зурник.
Убегай-ка. Посмотрим, как далеко ты убежишь. В общем, Стефан и Фернандо хотели найти сокровища и создать новый крестовый поход на Османскую империю. Мы нашли тело Фернандо в Махсане. Он должен был стать папой. И если бы сила подкрепилась еще и деньгами, никто не знает, что бы придумали еще эти сумасшедшие. Сила и деньги, соединяясь, открывают дверь всякому злу. Хорошо, хорошо. Нет большей поддержки, чем справедливость. Вот бы смертные могли это понять. Чтобы смотреть сериал первым, подпишись на канал YouTube Алиса Дрелищ. Всегда было предметом любопытства, как я сумел собрать такое богатство. Все очень просто. Я держал друзей ближе к себе, а врагов еще ближе. Делать то, что большинство людей не решались, это талант. А делать то, что талантливые люди считают невозможным, мечта. Но не бойтесь. То, что кажется невозможным, всего лишь дело храбрости. И насколько вы будете показывать свою храбрость, настолько большим будет ваш выигрыш. Осмотритесь, и вы увидите только тех, кто постоянно проигрывает. Потому что они не могут проявить храбрость, используя свой ум. Они не любят рисковать. Они боятся. Они довольствуются только тем, о чем слышали. А весь мир каждый день меняется. Каждый день. Каждый день у людей появляются новые возможности. И я, Борис Захарьяс, никогда не боюсь рисковать ради этих новых возможностей. Перевод и озвучка команда Турок 1990.